Главное предложение сегодняшнего дня – это самый роскошный, самый шикарный браслет. Ощущение, что он инкрустирован бриллиантами под золото. Но это особый магнит, особый браслет, он называется лечебным. И только сегодня каждый второй браслет обойдется вам за 700 рублей. Любые два браслета заказывай, например, вместе с главным товаром сегодняшнего дня, браслетом «Эксперт». Цена за два браслета будет не 4500, а 2999 рублей. Мы сегодня с Риммой Агафошиной, главным экспертом по рубрике «Украшения» нашего телеканала, просто в восторге от этой акции потрясающей. Акция потрясающая, потому что на самом деле вот такие изделия, помимо того, что они просто красивые, они в принципе должны стоить дороже. А у нас сегодня этот браслет, который несет не только красоту и стиль, но и здоровье. Сделайте себе шикарный подарок в преддверии весны. Подарите себе браслет, который таит в себе магию природы, вот эту вот магическую силу магнита. И вы будете чувствовать не только стиль и красоту, но и будете чувствовать себя здоровой, счастливой, да, и, конечно, почувствовать вот этот прилив сил, который мы так хотим почувствовать весной после долгой-долгой и мрачной зимы. Потому что это не просто украшение. Если у вас метеозависимость, частые стрессы, головные боли, депрессии, ревматизмы, упадок сил, апатия, у вас проблемы с кровообращением, особенно после коронавируса, если у вас густая кровь, артриты мучают, артрозы. Холестерин. Да, если вы хотите профилактировать многие болезни, связанные с нашим организмом, конечно, это особый магнитный браслет. На оборотной стороне у нас расположено инфракрасное излучение. Это анионы, это турмалины, германия. И это у нас с вами неодимовые магниты. Как они работают? Скажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, не зря специалисты выбрали украшение магнитное именно в качестве браслета, потому что именно на нашем запястье находятся важные точки для нашего организма. Они отвечают за жизненно важные системы в организме. У нас у всех есть электромагнитное поле. И в случае более мощных, скажем так, да, факторов, да, это магнитное поле нарушается. Так вот, с помощью магнитного браслета, во-первых, мы восстанавливаем это поле. Плюс ко всему, именно на запястье, в этих акупунктурных точках, там, где проходит очень много кровеносных сплетений, мы как раз разжижаем нашу кровь, наполняем ее кислородом, и таким образом эта кровь поступающая и в сердечно-сосудистую систему, и там, где у нас есть воспаление, какие-то мышечные боли, плюс ко всему в мозг, да, потому что если кровь не поступает, кислород не поступает, у нас отмирают нейронные связи, ухудшается память, ухудшается зрение. Вот смотри, мы взяли с собой специальный индикатор, да, мы проводим по неодимовым магнитам и сразу видим, как дорожка магнит, вот это вот этот шлейф здоровья, да. Вот именно вот по этому шлейфу сразу понятно, что это магниты, которые действительно действуют. У них есть вот это электромагнитное поле, которое сейчас очень хорошо видно. И здесь вы видите именно тройную, скажем так, силу. Потому что эти неодимовые магниты у нас здесь и германий, у нас есть турмалин, потому что турмалин – это камень, который всегда находится вот с этим электромагнитным полем. То есть это камень, который всегда будет поддерживать защиту вашего организма. Поэтому с помощью такого браслета вы разжижаете кровь, избавляетесь от лишнего, у вас работает лимфа, у вас включается метаболизм, к вам поступают микроэлементы, витамины, потому что печень начинает работать, да, вы очищаетесь. Плюс ко всему, у вас разжижается кровь, это очень важно, потому что вы снабжаете кровью весь свой организм. Нервное напряжение, кто плохо спит, особенно сейчас такие перепады, качество сна будет хорошее. Выравнивается гормональный фон, если у кого-то есть проблемы. Кто страдает мигрениями, например, как мой брат, 40 лет человек мучился, стоило купить такой браслет, мы вообще забыли про эту проблему. Нормализуется работа сердца, всей сердечно-сосудистой системы. Это в принципе, да, но сердце, это сердце нашего организма. Конечно. Поэтому это очень важно, как минимум. И вот такой браслет, знаете, вот ортопедическая обувь, как я говорила, она выглядит, ну, не очень красиво. Ортопедическая выглядит, она, да, выглядит как лечебная. Да. А этот браслет выглядит стильно и красиво. Слушай, да он еще и в премиальной упаковке. Не надо тратиться, не надо тратить ни время, ни деньги на поиск упаковки. Все уже есть. Вот в такой коробочке придет браслет. Смотри, вот эта отверточка, которую специальный я держу. Специальный инструмент. Да, можно с помощью нее подогнать этот браслет под ваше запястье, то есть по размеру. В мастерскую не нужно. И деньги тратить лишние шикарно тоже не нужно. И еще сертификат у нас есть. А что он говорит? Сертификат доказывает то, что это сертифицированная продукция, она прошла все тесты, да, все научные испытания прошла. То есть все это доказанные результаты. Причем в Японии, ты знаешь, мой папа ездил в Японию однажды, да, и связывался с японцами, они там производили одну вещь, и ему сказали, мы не можем сделать плохо, поэтому мы от себя вам, да, в вашу смету включаем
дополнительные там, некоторые детали, которых не хватало, потому что они не могут выпустить плохую продукцию. Да, но даже японское качество, вспомните, японские часы, японские машины, да вообще японская техника любая, она всегда самая первая в мире. У нас японские браслеты, японский бренд Luxurium, и каждый второй браслет вы сможете сегодня приобрести за 700 рублей. Успевайте дозвониться, у нас ограниченная партия, впереди только два прямых включения, и я не знаю, что останется, а вообще будет ли у нас браслет-эксперт еще в наличии. Юлия Прощенко из Елабуга написала, сколько лет прослужит браслет, можно ли в нем плавать в бассейне или в море? Вот вопрос какой. Ты знаешь, вот этот браслет очень практичный, в нем на самом деле можно даже купаться по душам совершенно спокойно, вы можете плавать, ни о чем не переживать. Этот браслет за счет того, что там неодимовые магниты, они не теряют своих магнитных свойств практически никогда. То есть через 10 лет на 0,01% возможно, да, спадает вот эта вот магнитная активность. Но этот браслет вы можете передать даже вашему следующему поколению, он по-прежнему будет работать. Поэтому этот браслет, не побоюсь этого слова, вечный. Ну плюс еще турмалины, плюс еще инфракрасный прогрев. Ты знаешь, когда кровь плохо работает, руки, ноги мерзнут, вот этот синдром холодных рук и ног. И вот именно инфракрасный самый полезный прогрев. Ведь даже новорожденных ребятишек кладут именно под инфракрасный прогрев, чтобы они там усилили свою активную деятельность. Да, потому что там в турмалине находятся дальние инфракрасные лучи, вот в этих турмалиновых вставках. Это часть солнечного света, невидимого света, который прогревает наш организм без вреда, без какой-либо опасности. А наоборот, с пользой. А неоны — отрицательно заряженные ионы кислорода. Они со знаком минус. И они, как правило, обитают вблизи морских прибоев, да, молний, водопадов, горных вершин. Такой вот озоновый, да, такой воздух напитанный. Это все очень полезно, это бодрит человека. В медицине используется как антибактериальный. Антибактериальный. Сколько вокруг нас сейчас бактерий разных? Особенно сколько на еще руках, будет, да, и сколько еще обещают. А вот наши ручки сегодня, видите, будут защищены. А вот германий, смотри, он содержится даже в человеческом организме, и он защищает иммунитет, он улучшает движение кислорода в кровотоке, и самое главное, он угнетает действие рост раковых клеток. Да ты что? Представляешь, да, насколько у этого браслета обширный спектр действия. Я вам хочу сказать, что даже часа не хватит, чтобы перечислить все недуги, от которых может избавить этот браслет. Да, звоните прямо сейчас, мы знаем, что Япония — это страна огромных технологий, на первом месте она всегда стоит, и это страна долгожителей. Страна небольшая, но особенное, вот самое большое количество людей, это 65-70 лет, а именно проживают в стране Японии, поэтому будьте долгожителями, будьте яркой, красивой. Конечно, носите красивые украшения, каждый второй браслет за 700 рублей только сегодня.